Твери продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. Запись детей в муниципальные лагеря открыта на сайте leto.tver.ru. В управлении образования прошло совещание с директорами оздоровительных учреждений. На нем обсуждали программу предстоящих летних смен. Подробности в нашем сюжете. Руководители летних лагерей обсуждают предстоящий летний отдых школьников. До старта оздоровительной кампании остался всего месяц. К 1 июня 8 муниципальных загородных лагерей должны быть готовы к приему детей. Силами сотрудников администрации города проводятся массовые субботники. Территория приводится в нормативное состояние. Детские корпуса проветриваются, высушиваются, обрабатываются и ждут ребят. Хороший отдых – это отдых организованный, уверены директора. Поэтому каждый день в лагерях расписан по минутам. Спорт, интеллектуальные, подвижные игры, квесты и театральные постановки. Каждая смена имеет свою направленность. Первая смена у нас будет называться «Поехали». Она будет посвящена юбилею полета в космос. Все будет связано с открытием звезды личностной в каждом человеке. Мы попробуем научить детей и подростков ощущать себя счастливым здесь, сегодня и сейчас. Этим летом загородные лагеря традиционно будут принимать школьников в 4 смены. Уже забронировано более 3000 путевок. Первая смена начнется в День защиты детей – 1 июня.